В конце ноября или в начале декабря в столице может пройти очередной раунд астанинских переговоров по Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана. По словам Кайрата Абдрахманова, о том, кто станет участником встречи, пока говорить рано. Как вы заметили, на протяжении всех предыдущих раундов переговоров в большинстве своем представители сирийской вооруженной оппозиции, они участвовали в этих переговорах, но все зависит от того, какую повестку дня предложат страны-гаранты астанинского процесса. От этого и надо отталкиваться. От этого будет зависеть и состав, приглашаемых на эти переговоры